Продолжаем программу. На ММК состоялся второй этап межзаводской школы по обмену производственным опытом специалистов доменного производства. Магнитогорск – второй город в этой программе. Ранее участники отраслевого форума, уже 120-го по счету, побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Подробности в сюжете Галины Смирновой. Начиная с 2000 года на ведущих предприятиях металлургической отрасли ежеквартально проходят межзаводские школы по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Как правило, каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. Группы специалистов больше недели находятся в постоянном контакте и имеют возможность, наряду с посещением производственных участков, рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы. В результате такого обмена опытом на крупнейших металлургических предприятиях страны уже реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственных процессов. Причина в том, что если вариться в собственном котелке, то мало из этого толку. Чтобы все освоить через свои руки, нужно не на одни грабли наступить. Вот мы с вами здесь для того, чтобы посмотреть на наши грабли, чтобы вы поделились с нами вашими граблями. И, конечно же, друг друга обогатить какими-то знаниями, которые позволят нам вести процесс более правильно. Нынешняя межзаводская школа объединила около 40 специалистов доменного производства, представляющих крупнейшие металлургические компании страны. Помимо представителей ММК, в их числе доменщики Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западносибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также предприятий Тула-Чермет и Уральская сталь. Организатором мероприятия выступает корпорация «Чермет». И мы, кстати говоря, замечаем, что на предприятиях обычно очень позитивно относятся вот к такому формату участия. И очень часто мы видим, когда молодые специалисты, которые там участвуют в наших школах, там проходит несколько лет, и смотришь, они уже занимают руководящие позиции. Программа магнитогорского этапа школы доменщиков предусматривает обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства, знакомство с участками доменного цеха ПАО ММК. Наше доменное производство отметило в прошлом году 90-летие. Сегодня в его составе 8 доменных печей. Коллеги, работающие на ММК, открыты, готовы предоставить любую информацию. Вот, например, сейчас мы ознакомились с вашей первой и второй доменной печью. Сразу положительные эмоции – это то, что все предприятия движутся к улучшению экологии. Я вижу сразу закрытый литейный двор, укрытия, аспирации, новое оборудование. Программа магнитогорского этапа школы рассчитана на 2 дня, после чего его участники отправятся в Новотроицк, где познакомятся с доменным производством компании «Уральская сталь». Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ.